этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Федора Шаляпина. В детской библиотеке номер 4 состоялся литературный вечер, на котором поговорили о жизни и творчестве великого русского певца. На встречу пригласили режиссера Веру Федорченко. Она написала сценарий и сняла фильм про Шаляпина. Литературный вечер также посетил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский. По инициативе наших жителей мы возрождаем на постоянной основе традицию проведения литературных вечеров. Был показан фильм о нашем великом русском оперном певце Федоре Шаляпине, солисте Большого и Мариинского театра. Такие мероприятия проходят при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в нашем городском округе. После просмотра фильма председатель Совета депутатов поблагодарил Веру Федорченко за участие и вручил режиссеру картины благодарственное письмо. И не только интересно, это очень важно, чтобы духовность нашей страны была на соответствующем уровне. В нашем округе литературные вечера – добрая традиция. Они пользуются большой популярностью у жителей города.